Ну, мы всегда с большим удовольствием приезжаем в сборную, потому что для нас сборная – это как какой-то праздник, во-первых, приехать домой, играть за сборную. И много подруг, отличная атмосфера в команде, поэтому мы приезжаем сюда с большим счастьем, можно так сказать. Игры в Швейцарии – это для нас очень важно, потому что эта команда, можно так сказать, слабее, самая слабая в нашей группе, поэтому 4 очка, это мы просто обязаны их брать, и поэтому вообще другого варианта даже не может быть. Для меня за сборную играть, это как-то, я не знаю, защищать, наверное, честь страны. Я в сборной, наверное, из всех здесь больше, наверное, времени нахожусь. У Толя, Лаюк, это очень много лет, я уже даже, наверное, не посчитаю, сколько. В 2007 году я была на чемпионате мира, до этого 2 года, поэтому это уже 12 лет за сборную страны. Я приезжаю сюда с большим удовольствием, несмотря на то, как я играю в клубе, не играю. Приходится там, возможно, иногда больше тренироваться из-за того, что я еду в сборную. Ну, как это было, в принципе, и сейчас. Эти игроки уже давно были в сборной, и, естественно, Юля Снопова, которая очень хорошо играет в сборной, всегда помогает, можно даже сказать, большей части в защите, поэтому, естественно, Юлия Андрейчук, Снопова – это в помощь команде. Мы до этого играли в Сумах, там, конечно, была удивительная атмосфера, да, нам очень нравилось там играть, но Киев – это какой-то так более, можно так сказать, наверное, престижнее, потому что Киев – это все-таки столица, и мы должны развивать гандбол, дай бог придет побольше людей. И поэтому вот мы очень ждем этой игры. Я в этом сезоне очень мало провожу времени на площадке. Ну, возможно, из-за того, что девочка, играющая на моей позиции, она больше играет в защите. Из-за этого как бы не особо мне находит времени. Но последние игры тренер мне доверял. Мы сейчас находимся на этапе выхода в финал 4. У нас 2 игры с Ференцварошем, венгерским клубом. Я там еще никогда не была на финале 4, поэтому для меня это тоже очень важно играть. Эти игры будут после сборной, поэтому сейчас наступает очень такой важный этап этого сезона, поэтому я собрана предельно. Я буду играть в Ростове следующий сезон еще.